Леди и джентльмены, поздравляю вас всех с окончанием еще одного успешного года в истории корпорации Накатоми. По поручению нашего президента мистера Озу и совета директоров, мы рады высказать нашу благодарность всем вам и желаем вам счастливого Рождества и Нового года. Да, парень, твоя леди видит тебя. Вы бежите друг другу навстречу, играет музыка, и вы живете счастливо до конца своих дней. Не так ли? Я смогу с этим жить. Если ничего не получится, где ты остановишься? Я найду себе место. Хорошо, я скажу тебе. Я собираюсь пойти в гараж и подождать. Если получится, ты найдешь меня, и я отнесу твои сумки. Я отведу тебя к отелю. Окей, Аргайл. Помни об этом, когда все закончится. Эй! Добрый вечер. Я хочу видеть Холли Маклейн. Просто наберите здесь. Я не вижу Холли. Она, видимо, воспользовалась своей девичьей фамилией Дженнаро. 30-й этаж. Это вечеринка. Это все, кто остался в здании. Почему бы вам не подняться на экспресс-лифте? Выходите, когда услышите шум. Спасибо. Как дела? Привет, я ищу Холли Дженнаро. Вы, наверное, Джон Маклейн. Я Джо Такаджи. Как ваша поездка? Хорошо, спасибо за машину. Это было самое меньшее, что могли для вас сделать. А где я могу найти Холли? Холли пошла в спецпомещение, чтобы послать по факсу какие-то документы. Но она скоро вернется. Ее офис с той стороны. Идите со мной. Элис? Элис, познакомься с Джоном Маклейном. Это муж Холли. Он полицейский. Элис ответственный за международные связи. Очень много о вас слышал. Могу я вам что-нибудь предложить? Может, пирожное, шампанское? Нет, спасибо. Джон, я надеялась, что ты все же полетишь. Привет, дорогая. Я могу где-нибудь помыть руки? Конечно. Что это, черт возьми, такое? Я что-то слышал.
Леди и джентльмены, так как всемирное наследие корпорации Накатоми — это жадность, надо преподать урок о правильном исполнении власти. Вы будете свидетелями. Но где же мистер Такаджи, тот, кто всегда здесь был? Родился в Киото в 1937-м. Семья выехала в Сан-Педро, Калифорния, 1939. Затем он жил в Манзанаре с 1942 по 1943 год. Закончил Калифорнийский университет в 1955. Получил степень по праву в Стэнфорде в 1962. Гарвард в 1970. Президент Накатоми Трейдинг. Вице-президент совета директоров Накатоми Инвестмент Групп. Довольно. И отец пяти детей. Я Такаджи. Приятно с вами познакомиться. У меня нет кода. Вы ворвались сюда, чтобы залезть в наш компьютер? Если вы и найдете там полезную для себя информацию, на следующий же день в Токио все изменит. Вы не можете шантажировать наших людей и угрожать нашей работе. Садитесь. Мистер Такаджи, мне совсем не интересен ваш компьютер. Но мне нужен код, так как меня интересует 640 миллионов долларов, которые вы спрятали в вашем спецпомещении. А компьютер контролирует вход туда. Вы хотите денег? Что вы за террористы? Кто сказал, что мы террористы? Думаю, вы понимаете, что эти деньги — это всего лишь 9-дневный оборотный капитал вашей главной организации. И это будет всего лишь кратковременный спад. Теперь дайте мне, пожалуйста, код. Он вам ничего не даст. Это помещение защищено 7 уровнями безопасности. И код только один из них. Вы ни за что не сможете открыть его. Тогда у вас нет оснований скрывать его от нас. Очень даже неплохой костюм, мистер Такаджи. Плохо будет, если мы его испортим. Я считаю до 3. 4 уже не будет. Дайте мне код. 1, 2, 3. Я его не знаю, говорю вам. Отправляйтесь в Токио и спросите у директора. Если не верите, убейте меня. Хорошо. Почему ты не остановил их, Джон? Потому что они убили бы тебя. Думай, черт возьми, думай! Черт, заперто. Пожарная тревога. Ну иди к папочке. Что за...
Охранник не мог пройти мимо нас. Да, наверное, ты прав. Кто бы это ни был, надо его найти и прикончить. Согласен. Мы не должны допустить, чтобы он сорвал наши... Здесь! Эй, посмотри здесь! Сирена отключена, друг мой. Никто не придет тебе на помощь. Ты можешь выйти и присоединиться ко всем остальным. Обещаю, что ничего тебе не сделаю.